Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Иран впервые совершил прямую ракетную атаку на Израиль. В минувшие выходные Иран впервые нанес мощный удар по территории Израиля, выпустив по военным объектам израильского режима несколько сотен ракет и беспилотников. По данным израильского источника Times of Israel, иранские вооруженные силы выпустили в сторону Израиля от 400 до 500 ракет с территории 5 государств. Большая часть ракет была выпущена из Ирана, при этом часть ракет была отправлена из Ирака, Ливана, Сирии и Йемена. Иранское политическое руководство предостерегло Израиль от ответных мер, заявив о готовности нанести еврейскому государству гораздо более сокрушительный ракетный удар. Власти Ирана также предостерегли Белый дом от оказания содействия Израилю, предупредив его о новых ударах по американским военным базам в регионе. Воскресной ночной атакой Иран ответил на израильскую военную доктрину запугивания соседних стран. До этого Израиль, пользуясь поддержкой США, мог наносить удары по территории Ирана, Сирии, Палестины, Ливана и других стран, не опасаясь негативных последствий для себя. США ранее выступали гарантом безопасности Израиля. Однако, ударив по зданию дипломатического представительства Ирана в Сирии, израильский режим пересек красную черту, за что в итоге поплатился. Иран не мог не отреагировать на террористический акт. Американский телеканал CNN назвал атаку Ирана по территории Израиля крупнейшим налетом беспилотников в истории планеты. По данным израильских служб Цахал, в направлении Израиля одномоментно вылетело 185 ударных дронов Шахет-238, большую часть которых удалось сбить иорданским ВВС в небе над Сирией и Ираком. Иранское новостное издание ИРНА сообщило о том, что ракетный удар по еврейскому государству был совершен Ираном в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право страны, подвергшейся агрессии, на самооборону. Основной удар иранских сил пришелся на израильскую военную базу, расположенную в пустыне Негев, с которой ранее было атаковано иранское консульство в Сирии. По данным израильских СМИ, негативные последствия для Израиля оказались минимальны. Свыше 95% ракет и беспилотников удалось сбить. Минобороны Ирана при этом сообщил, что все поставленные цели в результате комбинированного удара по израильской территории выполнены, объекты поражены. Глава иранского генштаба сообщил, что операция «Правдивое обещание против Израиля» завершена, но она может быть в любой момент продолжена и усилена в случае эскалации со стороны израильского террористического режима.